Здравствуй, Хосика! Меня зовут Федорова Анна, я ветеринарный врач-терапевт в клинике доктора Петховен, и сейчас я расскажу тебе о ветеринарной телемедицине. Кстати, Хосика, я заметила, что в последнее время ты немного набрала веса. Это может быть следствие множества заболеваний. Одна из них, самая популярная среди котиков твоей породы и твоего возраста, является переедание и малоподвижный образ жизни после кастрации. Для того, чтобы с этим бороться, нужно, собственно, кушать поменьше и больше двигаться. Либо, если не получается кушать меньше, то есть вариант перейти на диетические корма специальные. Также я бы тебе рекомендовала проходить регулярные диспансеризации, так как возраст уже довольно солидный и является средним для котиков. Также всех желающих приглашаю на онлайн-консультации с нашими ветеринарными врачами 16 и 17 апреля. Будем рады всех увидеть и ответить на ваши вопросы.